Приветствую вас. Я предлагаю посмотреть на эту ситуацию так, что молодой человек вам изначально ничего не обещал и изначально вел себя, ну, достаточно честно по отношению к вам. То есть он не обещал вам, что будет с вами, он довольно четко обозначил свою позицию, сказав, что привык быть один, и это довольно честный, ну, это довольно честный ход с его стороны. То есть он не обещал вам ничего, он не говорил, что там будет с вами и так далее, так далее, так далее. То есть мне очень понятно, откуда вы, откуда и почему вы сами не можете его забыть, если отношений между вами, как я понял, как таковых-то и вроде бы не было. То есть вы же только заговорили про отношения. Значит, самих отношений у вас еще не было. И тем не менее, вы все же теперь пишете, что не можете мужчину забыть, и вам без него тяжело. То есть хотелось бы для начала у вас выяснить, что же, собственно, заставило вас подумать, что между вами изначально что-то возможно. Что заставило вас подумать, что между вами что-то может быть? Указывало ли что-то на это? Или это все ваши, ну, например, домыслы, измышления и прочее? Тогда вопрос, чем это продиктовано, почему вы так решили? Ведь если вам мужчина вообще ничего не обещал, но вы все равно надеетесь, ну, я полагаю, что несложно тогда догадаться, что вам это нужно для себя. И если вам это нужно для себя, то давайте попробуем быть честной с собой и сказать, что, собственно, вам молодой человек нужен для того, чтобы удовлетворять ваши потребности. И тогда давайте постараемся определить, а что же это за потребности, собственно говоря, такие. Вот такие потребности, что вы уже, по сути, за время, что у вас фактически не было отношений, вы успели к человеку прикипеть достаточно сильно. С чем это связано? Такое ваше поведение. Ну, не очень понятно. А пока я бы хотел, чтобы вы попытались понять для себя одну вещь. Мужчина либо не оценил вас достаточно полно, и тогда он просто испугался ответственности и не захотел с вами вступать в отношения, контакт и прочее, потому что отдавал себе отчет, возможно, что это для него будет, ну, знаете как, это для него будет тем, чего он на данный момент не хочет. Но, опять-таки, это его право, к сожалению, мы не можем на его право посягать, на право мужчины, я имею в виду. Вам нужно еще раз понять, почему вы
так сильно к нему прикипели. И может быть вполне такая ситуация, что мужчина изначально все-таки к вам ничего не чувствовал. И его действия, они продиктованы именно той мыслью, а зачем вам давать ложную надежду, которую он, по сути это дело, и так уже, получается, дал. То, что не хотел, но уже, получается, вам ее дал. Это самую ложную надежду. И, естественно, именно поэтому он перестал вам писать. Потому что понял, что черту перешел. Ну и тогда вам нужно просто вот понять, что это не ваш человек, что с ним у вас ничего не могло получиться изначально, что для него вы не были ничем серьезным мужчиной, просто-напросто хотел провести время. Ну, какое-то время мужчина хотел провести там, может быть, с вами, может быть, просто в женском обществе, не столь это важно. Важно, что бы вы сейчас отчаянно, постоянно и все время искали, по сути дела, себе источник новых впечатлений. Чем лучше будет у вас источник новых впечатлений, чем он будет мощнее, чем более активный образ жизни вы будете вести, тем лучше будет для вас, тем быстрее вы молодого человека своего забудете и будете жить дальше, ну, не обращая, по сути дела, внимания на того, кому вы не нужны. То есть это вот самый главный момент. Не нужно тратить своего времени на тех, кто вами не дорожит. Это вот такая простая истина. Потому что если вы это делаете, если вы тратите время на тех, кто вами не дорожит, ну, получается, что вам эти люди лично для себя нужны, а это уже совершенно не те отношения, которые могут принести вам, ну, например, радость, например, сделать вас счастливым. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос ваш. Надеюсь, что помог. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку, помогу вам. Надеюсь, вы примете верное решение и, ну, действительно не будете все-таки тратить время на людей, которые явно вами не дорожат. И примите решение в сторону как раз таки свободной, ни к чему не обязывающей, ну, точнее, не наносящей вам вред жизни. И тогда у вас все будет хорошо. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого-самого доброго и удачи.